Всем привет! Вы на канале «Бумажные сюрпризы Всем Вики». Сегодня у нас привет! новая распаковочка. Давайте сразу посмотрим, какие коллекции заканчиваются. Это котенок съел мышонка, погода Дозифоная и Дозифоная машинки. Потом у нас несколько новинок. Это Дозифоная в виде еды. Еды. Возьмем Это один. новинка. Да, потом опасность с ночью. Выбирай. Пожалуйста, толстенький пакетик. Угу. Дальше. Без лица Дозифоная. Стремноватая коллекция у меня тут. Потом у нас пазл шестая часть. Это не новинка. Выбирай. Этот. Вот это новиночка. Угадай Дозифоная по туфлям. Выбирай. Дальше пазл седьмая часть. Возьмем этот. Пазл... Четвертая часть. Возьмем мы этот. Пазл, да какая, пятая или шестая? Пятая. Пятая. Шестую часть. Мы уже отобрали. Выбирай. Потом тоже новиночка Дозифоная в виде медведя. Дозифоная и медведя. Возьмем мы этот. Это... Дозифоная, это такой танец. Возьмем, как Зиг съел, помплачет. Потому что никто не танцует. Я думала, Зиг съел, помплачет. Собери Зига. Возьмем какой-то подойдется правая рука Зига. Давайте начнем с коллекции Дозифоная и Дозифоная. Где она? Вот она. Где сам пакетик? Вот этот? Да. Давай, открывай. Открываем. Нам попадается. Мне попадается, как мальчики закрыли уши. Говорят, Миск, можешь... Танцевать потише. Номер никакой, тут знаки вопросов. Наклеивай. Полагаю, приклеить вот сюда. Теперь давайте откроем. Угадай Дозифоная по туфлям. Да, будете угадывать. Вот. Писать нам в комментариях. Так. Открываем. Здесь попадаются... Вот такой такие персонаж. Угадайте, чьи это туфли. Это очень И просто. Угадайте, кто этот персонаж. Цифра 2. Приклеивая вот сюда. Наши постоянные зрители должны по-любому догадаться. Дозифоная медведи. Это кто-то тоже заказывал нам из зрителей. Нам попадается тут... Зиг! Дозифоная, вернее, Зиг медведь. Цифра 2. Потом приклеивая вот сюда. Да. Приклеивай. Вот это Зиг гуманоид какой. Давай, давай. А это так ничего нормальное. Да? Угу. Без лица Дозифоная. Стрёмная коллекция. Вот. Безголовых я не знаю. Как сделать, потому что, ну, вернее, Викуся, не знаю. Нам заказывали. Да, это Рор! Потому что Рора, например, и Нет! Многих... Он у тебя вес ногами, вот так. Рора и многих других не сделаешь без головы. Только четыре там. Только девочек! Да, только четыре смогут быть без головы. Зик, Эсби, кто там еще? Мист. Например, ночь не сделаешь без головы. Он и так как смешарик. Да, яс. Поэтому мы не знаем. Дозифоная в виде еды. Вот пакетик. Смешноватенькая довольно коллекция, да? Угу. Выдается Зи-пицца. Смотрите, Зиг в форме пиццы. Номер тоже никакой. Никакой. Знаки вопроса. Наклеивай. Вот сюда придется приклеить. Вот так. Следующая коллекция. О, Опасность боже. С ночем. Видите, какой большой тут разворот. Вот такой пакетик, в котором попадается... такой сюрпризик. К ночь трогает борщ. В него попадает борщ. И ну, ночь перегревается, и все электричество смешается с борщом и вытекает Боже. Из провода. Цифра 4.
Наклеивай на цифру Вот 4. сюда. Теперь в эту сторону. Тут еще не все собрали. Дези фонари машинки. А как же дези фонари? Поем на номер съелк в виде машинки. Номер 6. Это 6. А где такая? Следующее, что мы откроем, это дези фонари, погода. Приклеиваем. Это тахи. Это как тахи выглядывают из-за тучки. Тахи в виде солнца выглядывают из-за тучки в виде ноги. Так, тут номера тоже нет. Просто на знак вопрос. Это что, тоже у нас заканчивается, что ли? Вот. Дальше следующее, что мы с вами откроем, это пазл. Седьмой. Седьмой пазл. Да. Вот такой пакетик с декоративным скотчем. Где попадается вот такой кусочек пазла, который нарисовала. Я что-то делаю за кадром. Что ты тут делаешь за кадром? Калейдоскоп. Да. Вот такой рор тут, а тут какая-то трава. Сюда положила шарик. И... Вика научилась разбирать калейдоскоп и туда складывать другие разные маленькие игрушечки. Получается очень прикольно. Можете тоже так сделать, если у вас есть калейдоскоп. Чего ты кричишь? Альбалок мы закончили. Теперь давайте возьмем каталог с бумом. Тут остался, по-моему, только один лишь пазл. Четвертый. Вот, четверка осталась тут. Поэтому я... Ой, подождите, а где тут четвертый? А четвертый? Этот еще каталог. Как где? Это у тебя... Что тут написано разве на нем? Как ты понимаешь? Я знаю, что это... Когда ты когда прыгаешь, у нас тут в камере землетрясение. Камера трусится. Вот попадается кусочек солнца. Калейдоскопе цветочек! И кусочек Нины. Викуся, давай про калейдоскоп все-таки потом. Цифра 8. Это... Вот, такое солнышко. Мы тут собрали. И вот собрался еще кусок Нины, которая держит кого-то за ручку. Нет, она качает! Я за это говорю. Так, следующий пазл у нас в этом каталоге. Тут пазл пятая часть, я так поняла, это вот этот. И нам попадается вот такой кусочек. Тут какие-то вишенки. Потом какой-то суп, от него пар идет, и еще какая-то тарелка. Цифра 4. Ребята, борщ левша. Он ест борщ. Левой рукой. Да. От борща ночью может перегреться. Тихо, не кричи, бедные мои уши. Вот такое застолье какое-то у нас тут. Видите? Роботы перегреваются от лишней еды. Следующий каталог у нас вот такой с девочкой. Здесь тоже, по-моему... А, нет, здесь несколько. Нет, здесь только пазл остался. Остальное мы пока все собрали. Пазл шестая часть, я так поняла. Где нам попадается вот такой кусочек пазла. Тут что-то намазано штрихом. Напишите, вам разрешают штрихом пользоваться в школе? Цифра 2. Аккуратненько сюда наклеим. Я тогда делаю за кадром. Вика, вообще-то мы снимаем видео. Вика куда-то там делась. Ну, ладно. Вот. Тут у нас, это тоже какой-то пазл. Угадайте, что это может быть за тема. Вот тут смотрите. Такие картинки. Какой-то кот. Какие-то тут окна или картины, не знаю. Это, наверное, осталось две у нас коллекции. Это «Собери Зига» и «Котенок съел мышонка». Давайте начнем с «Собери Зига». И тут у нас рука попалась под цифрой 5. Так, рука. Руку клеим вот сюда. Вау! И «Котенок съел мышонка». Вот такой пакетик попадается.
Вот такой злой кот, который хочет съесть этого котенок. Бедного мышонка, который плачет. Тут тоже нет цифры. Клеим сюда, и, по-моему, заканчивается эта коллекция. Вот такая распаковочка у нас получилась. Надеюсь, она вам понравилась. До новых встреч, ждите наших следующих видео. Пока-пока!